Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Я вообще считаю, что от большинства ученых нет никакой практической пользы, не только от женщин. Если вы со мной не согласны, то объясните, например, какая практическая польза от того, что нам рассказывают, что якобы происходит на расстоянии десятков световых лет от Земли, или что якобы происходило во Вселенной миллиарды лет назад. Эту информацию нельзя не только как-то использовать, но ее невозможно даже проверить. Поэтому ученые могут нам рассказывать все, что угодно. Мне кажется, что по большому счету наука ничем не отличается от религии. Нам все предлагают принять на веру. А если мне кто-то возразит, что ученые создали те самые технологии, благодаря которым я сейчас записываю это видео и выкладываю его в интернет, то на это я могу ответить, что откуда появились эти технологии, на самом деле очень большой вопрос. Сегодня у нас обзор на вот такую штучку печать. И вот видите, что здесь написано? Если сделать так, то это будет идентично тому, что у нас отпечаталось. Но здесь инициалы моей мамы, поэтому я отпечатала свои инициалы, чтобы поменять. А вот я уже заменила, и теперь мы пробуем. Типа, понимаете, я настолько тупая, что я не разбираюсь во всяких таких хренях, и реально подбирала шрифт специально, который подойдет вот сюда, вырезала, вставляла, и я искренне думала, что, ну, как бы, печатка изменится, понимаете, то, что отпечатывается.